стол тащил мою куртку. Тебя не боится? Да никто. Это уже плохо. Подали, задали, передали. Адвоката дали. Лапочка, подпусти меня, лапочка, пожалуйста. 26 лет. Еще ты никого ни одного зарубленного еще нету. Только рубцы на сердце мое. Это у меня по 7 дней будет. У меня работа. Я поняла. Может, тогда хоть одну. Заходим, братья и сестры, заходим. Наш ласковый пример, братья, да? С Надеждой Васильевной. Там он тоже спит под локацию. Переклинил уже. Хороший карман. Заходим. Дети тоже заходим. Да он не слышит. Он сказал, что это запустился. Кто в детское? Заходим. Слово Божие будем изучать. Слушай. Из коридора все заходим. Коридорные христиане. Трапеза готова. Заходим в трапезную. Коридорные, заходите сюда. Все в коридоре столпились. Они не знают ничего. Не слышат глаза. Ну что делать? Жажда будет позже, да? Сейчас все сыты. Царю небесный, утешителю души истины, и железесы, и все исполняй, сокровище благих, и в жизни подателю, приди все веселы, и очистины от всякие скверны. И спаси, Боже, души наша. Господь и Бог наш Иисус Христос, молим Тебя, благослови наши занятия, благослови наши собрания, прибудь с нами в этот воскресный день. Наполни наши сердца благодарностью за это тихое, мирное время, за то, что свободно можно свидетельствовать и проповедовать Слово Твое. Тебе же славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стихи. В коридоре отдельное собрание там у нас. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью.
И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Господь похищает самые крепкие сосуды у дьявола и разрушает его города. Ибо смотри, как он не только мытарей сделал своими учениками, но и старшего между мытарями Закхея пленяет во спасение. А что мытарь – существо низкое, а старший между мытарями, как начальствующий в злобе, еще более гнусен, в том никто не сомневается. Ибо средства к жизни мытари приобретают не иначе, как от слез бедных. Однако ж этот старший между мытарями не оставляется в презрении, но оказывает гостеприимство и воздаяние получает спасение. Ибо когда он пожелал увидеть Иисуса и для сего влез на смоковницу, Господь усматривает его, прежде чем он сам увидел его. Так Бог везде предваряет нас, лишь только увидит нашу готовность. Иисус, увидев его, повелевает ему скорее слезть, так как он имел быть в дому его. Закхей не умедлил, ибо не должно уклоняться, когда повелевает что-нибудь Христос, но слез и принял с радостью, хотя многие роптали. Он начал сеять без пощады и отдал не что-нибудь малое, но все жизненное. Ибо и то самое, что он удержал, удерживал для того, чтобы иметь возможность отдать обиженным. Сим научает и нас, что нет никакой пользы, если кто, имея богатство неправедное, милует иных, а обиженных оставляет без внимания. Если кого чем обидел, он возвращает вчетверо, сим самым вознаграждая убыток, причиненный обиженному. Ибо истинная милость не просто убыток возвращает, но и с прибавлением, согласно законам. Ибо закон заставлял укравшего уплатить вчетверо. Исход 22.1. Если даже до точности рассмотрим, то увидим, что у него решительно ничего не осталось из имения. Ибо половину имения он дает нищим, а у него осталась только половина. Из этой оставшейся половины он опять возвращает вчетверо тем, кого обидел. Поэтому, если жизнь этого старейшины мытаря состояла из неправд, а он за все, что приобрел неправдой, возвращает вчетверо, то смотри, как он всего лишился. Всем отношении он оказывается мудрствующим выше закона, учеником Евангелия, так как он возлюбил ближнего более чем себя. Это не в обещании только, но и на самом деле. Ибо не сказал: «Отдам половину, возвращу вчетверо», но «Вот, я даю, возвращаю». Он знает наставление Соломона: «Не говори, пойди и приди опять, и завтра я дам». Притчи 3.28. Христос благовествует ему спасение. Ныне говорит: «Ты даешь, ныне тебе спасение». Ибо словами «дому сему» без сомнения указывает на Закхея, получающего спасение. Под домом, разумеется, Закхей, потому что бездушное здание Господь не назвал бы сыном Авраамовым, а, очевидно, назвал так одушевленного хозяина дома.
назвал его сыном Авраамовым, быть может, потому что он уверовал и оправдался верой, а может быть и потому, что великодушно презрел богатство и возлюбил бедных, подобно сему патриарху. Примечай, Господь назвал Закхея сыном Авраамовым теперь, когда увидел в нем сходство в образе жизни. Не сказал он, потому что и сей сын Авраамов был, но ныне есть, ибо прежде, будучи старейшиной, мытарей сборщиком податей, а с праведником, не имея никакого сходства, он не был сыном его. Всяк, кто старше многих в злобе, мал духовным ростом, ибо плоть и дух противоположны между собой, и потому не может увидеть Иисуса за народом, то есть смущаемый страстями и житейскими делами, не может видеть Иисуса действительно движущегося и ходящего. Приходит в сознание и влезает на смоковницу, то есть презирает и попирает всякое удовольствие и приятность, которые означаются смоковницей. И таким образом, возвысившись над собой и полагая восхождение в сердце, усматривается Иисусом и сам усматривает его. Тогда Господь говорит ему: «Сойди скорее», то есть через покаяние ты пришел на высшую жизнь. Сойди же через смирение вниз, чтобы высокомерие не обмануло тебя. Смирись скорее, ибо если ты смиришься, то мне надобно быть у тебя в доме. Ибо на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Пророк Исаия 66:2. Господу нашему слава навеки. Вовеки. Аминь. Аминь. Сейчас призывал всех оттуда из коридора. Мне что-то вдруг представилось, как на минаретах эти, с возвышенности эти... Маудзины. Маудзины взывают. Может, мне научиться на их, у них поучиться, чтобы петь больше. И не только вам поучиться. На их призывы-то приходят все сразу. Они вот так делают еще. Ну да. Слушайте, правоверные! Так, о болящих. Что там тут нечто? У нас Утрофи, Тарасик заболел, Леонида болел, и Лена вчера позвонила, Аполлинария, и Самана. Политикины болели. Политикины, да. Но остальные наши. Остальные все очень. Раиса Николаевна, просьба у меня, кто может, иногда звоните ей. Она вот одна-одна, и слепая, ничего не видит. И у нее сломался вот этот аппарат, когда она слушала. И она сейчас одна сидит там, и у нее бывают такие моменты, когда она, в общем, и жить ей не хочется, и бывает такое. Поэтому ну, иногда хоть кто-то звонит. Ну, может быть, надо как-то исправить, братья, что помогите, что если... Там надо еще... купить новый просто аппарат, все. И еще она, конечно... У нее еще старый диск у меня. Диск тоже у нее еще. Ну, это вот надо как-то решить. И еще, она очень хотела бы сюда, конечно, приезжать. Вот, братьям, если можно как-то ее... И пусть она бы как-то даже и помогала вам, за бензин как-то. Она так здоровая, все, только не видит. Так, еще? Ну, сейчас будет теплее, сейчас нормально будет. А то есть холодно, ей там стоять надо ждать. И она постоянно заболевает. Как только скажет, я еду, она тут же заболеет. Это, ну так, непонятность, короче. Лучше экспромтом делать ей. Выходите, потом звоните, я еду. Дочка-то приехала. Давным-давно уже приехала. Полгода как. Так, ну все болящие у нас присмотрены, никого
Ну, помните сестру Алевтину? Сложности у нее остаются. Дома она теперь. Ну, сложности есть. Татьяна, Таня, ушла. Вон стоит. Вон она стоит. Таня, расскажи про маму. Ну, о чем молиться? Ну, основное. Ну, о здоровье, чтобы Господь воздвиг ее от раба болезни. Слабость. Тут, ну, вот уже так, но и тут есть нарекание в мой адрес, что я тут много чего сказал про нее, поэтому у всех прошу прощения, у нее тоже, что-то лишнее сказал. Что лишнее, я пока точно не знаю. Про кого? Ну, скажите, кто? Про кого? Расскажите, что лишнее он сказал, а? Про кого? Так, дальше. Едем дальше. Летают они все. Язык у тебя коварный. У кого есть слово? Пожалуйста. У меня есть слово. «Адвокат дьявола» есть такой фильм. Он как в свое время поразил нас очень сильно. Ну, его практически все смотрели. И вот самое интересное, в президенты там всякие правители и сами правители учатся обязательно на юристов. Вот как, что не возьмешь правителя, там не возьмешь какого там начальника, у него второе образование юрист. У нас тут Саша Дмуха был, и он для того, чтобы хорошо в судах участвовать, там что-то юридическое закончил. И потом в суде встал и говорит, а это я, говорит, такое закончил специально, вот таких стариков, как этот, хитрых, коварных, на Игнатия Тихоновича показывает, чтобы их засудить, а то они, он такой проныра, у него там везде связи и так далее. То есть вот и такие вот люди. Почему так любят адвокатов? Вот один из адвокатов был, читаем «Второе царство», там где-то 15-16 стихи, решил он у отца захватить власть. Такой был. Авессалом. Красавец там был, голос у него такой. И такой, справедливость у него своя была, там, убил там своего брата за то, что он изнасиловал сестру их. Ну, по матери, там разные матери были, по отцу-то все у них там, у него много было, у Давида там детей. 12 жен, сами понимаете. Со всеми не разберешься, как сегодня Игнат Тихонович рассказывал. Как только жены пошли, значит, держи карман шире. Насыпят тебе грехов по полной программе. Ну вот насыпали. Этот-то Авессалом думает, как же так сделать, что отец-то уже старый становится. Что попало вытворяет, неправильно царствует, я правильно буду царствовать. И что он сделал? Сел у ворот дворца, а отец добрый этот Давид был. Да безобразие прям. И мимо люди проходят, он раскланяется со всеми, кивает, все улыбаются ему, сын царя. Потом зайдут там, посидят, вопрос не решился назад. Он, ты что такой грустный-то назад идешь? Да вот не решился вопрос, то царь больной, то его нету, то эти не хотят рассматривать. Он, да, ну это понятно, что там говорить. А я-то бы по-другому сделал, вот был бы. Я-то не так бы поступил, я-то, наверное, добрее все-таки. И люди прислушивались. И народ повернул свое сердце, написано, к Авессалому, к речам его. И в один прекрасный момент, пока там царь отъехал, Давид, он раз уже и в городе, к городу подошел, к Иерусалиму. И без единого выстрела захватил город. Адвокаты, вы не думаете, что вы разговариваете так, за других заступаетесь, и под этим ничего нету, под этими словами. Вы что думаете? Это вы потому что Библию не читаете, поэтому вы так и думаете. А в Библии-то все написано, для чего адвокаты адвокатствуют. Адвокат, это значит ад, с тылу заходит он. Он думает, ну по прямой-то я не попаду, я ж добрый. А ты с тылу упадешь, значит, раз ничего не думаешь, обкатил ад ты. Ад не обкатить такими речами добрыми, сладенькими. Итак, значит, первонаперво, чему я это говорю? Перестанем, сестры и братья, вести всякие разговоры в храме, когда идет служба. Шептаться переставайте, с детьми сюсюкаться переставайте. Дальше. Переставайте друг другу оказывать знаки необыкновенной доброты в храме. Стряхивать какие-то волосинки, поправлять платочки, что-то там предлагать сесть, там еще-то и так далее, там место, что-то там туда дергать, там что-то. Единственный, кто вот ничего не понимает в этом, ему хоть кол на голове тиши, это глухонемые. Потому что им объясняешь, что вот вы начинаете, когда там что-то спрашивать, это разговор.
бесполезно. Они не, так и не поняли. Но они глухонемые, правильно? До них достучаться, вы даже не понимаете, что они не понимают. Ей дали известоваше словесе утверждение. Она читает вот так вот, потом ко мне поворачивается. Че, она уже здесь больше, чем я. Лет 30, наверное, Тамара. И она ничего не понимает, что это за известоваше словесе. Звездка какая-то. Поем песню «Благоговение святая чита». Ну, я там комментирую. Понимаешь, она ничего не понимает, в чем здесь. Чита, что такое слово чита? Слово чита объяснить невозможно. Вы понимаете, человек ничего не понимает. Это объясни, супружеская пара чита. Галя, исполните, добрая девица, я понял тебя. Короче, вы понимаете, что люди, это глухонемые, это вообще другой космос, вообще другой. Но вы-то не глухонемые, вам сколько можно раз говорить. И все это только для того, чтобы показать свою необыкновенную доброту. А когда на том воскресенье у нас было празднование Дня общины, вот сюда зашли, и вот так все сели. Даже я тут со своей спиной, с ногами, думаю, заберусь туда подальше, чтобы тут поплотнее было братьям там за стол садиться. Как забрался, там один и сидел почти. Никто не зашел больше. Все уехали. Вот так вот сидим, вот там, здесь, и вот тут несколько человек. И все, и тут пусто. И вот посмотрел на Игнат Тихоновича. Игнат Тихонович, у него никогда такого не было. У него растерянность в глазах. Он ждет, потом говорит, а что это за искушение такое? А где все-то? Память Дня общины. Как говорится, нафиг нам община ваша и не нужна. А мы пошли, поехали к себе праздновать. Каждый по домам своим. У каждого клан свой. У каждого семейственность. А как же? Я умирать-то буду. Кто мне стакан холодной воды подаст? Не вы же? Кто? Дед Пихто? И бабка с пистолетом? Кто? Христос кто? А если не надо никому подавать, и так, значит, умирай спокойно. Но умри достойно. Звание христианина. Значит, так тебе надо. Такая ты была. Болтала-болтала всю жизнь. Проболтала и ничего не наболтала. Где это христианское призвание? Где это? Вот сегодня у нас опять день сайта должен, по идее, быть. Сегодня 2 февраля, 1 февраля, первое воскресенье после 1 февраля. Сегодня 2, значит, день сайта. А что такое для нас интернет? День сайта, это значит, мы вошли в мировую сеть. Наша община вошла. И она имеет это уже слово свое. Игнат Игнатьевич сегодня про 20 тысяч роликов говорил. Так эти, каждый ролик-то он куда ведет человека? В вечную жизнь. Вот почему нельзя быть адвокатом? Почему? Во-первых, написано, в почтительности друг друга предупреждайте. Не в показании, какой ты добрый. Давай там дергай. Иди сюда, садись. Давай. Ты что не садишься? Садись сюда быстрее. Вот добрый какой. На тебе чаю, на. Демьяна уха. Напоили Демьяна. Демьяна тут... Выполз и лопнул. Все. Почему, когда вы выходите, вот добрячки, почему вы там вот с братьями, сестрами не беседуете, которые у нас уходят? Подойдите, побеседуйте. Ну почему вы уходите? Оставайтесь, мы же остаемся. А я знаю почему. Потому что тот же дух у вас, поэтому вы не беседуете. А всего несколько человек, которые беседуют, этого духа нету. А дух какой? Захватить власть у отца. И восстанут дети на родителей, и умертвят их, написано. То есть власть себе заберут. Любая революция этим заканчивается. Всегда сын или там дочь приходят к власти, убьют отца. Помните короля Лир? Три дочери, он их любит очень. Дочери, я старый, вот решил я со своих дряхлых плеч переложить свою ношу тяжкую на молодые плечи. Переложил. А потом скитается. А любимая дочь, которая настоящая была, сказала ему правду. Ты не забрасывай это дело-то до конца царства и все, все. Что ты, какая нехорошая. Выгнал ее, а двум от другим отдал. И потом места не мог между ними найти. Одна в отца в ту семью гонит, кто никому не нужен, дряхлый пень. А та уехала там к своему мужу куда-то во Францию, там через море. Вы сами себе этой своей добротой необыкновенной, вы сами себе яму роете.
своими вот этими действиями, языком своим. Когда разговариваете в храме, а здесь не разговариваете, здесь ни от кого слова не добиться. А если добиться, только следишь за всеми. Ну, у тебя палка есть, юбки меришь, юбкомер. Там под юбки заглядываешь сестрам, там мы такой-то, всякой. Фу! Христиане, ры растереть. А караван дальше идет, понимаешь? И потом подсчитываем, кто ушел, тот ушел, тот ушел, тот ушел. И только издалека. Это мы ушли из-за того-то, ушли из-за того-то. Не дали адвокатствовать им здесь. Власть не дали захватить, начиная с Саши Дмухи и с Муравлева. И все остальные такие же были. Что тут этот Волков с этим Саршенко составили заговор. Все одно и то же. Адвокатствовали, адвокатствовали, да адвокатствовались. Бойтесь этого адвокатства тут сюсюкаться это. Ой, да что ты, пылиночки эти. Смотреть противно на вас. И с детьми перестаньте разговаривать в храме. К одному приведет. Дети будут. Вот, мы поняли. Нехорошие. Спаси Христос. Но прежде всего, братья и сестры, забыли мы Слово Божие, забыли первую любовь к этому Слову Божьему. А отсюда все остальное. Отсюда и потеря страха Божия. Отсюда у нас распри, отсюда все остальное. Отсюда нежелание быть вместе. Все в этом. Скоро дойдем, Виктор Андреевич, до того, что надо будет что-то делать, когда будем говорить о видеосъемке. Потому что у нас из общины начнут уходить из-за того, что мы снимаем людей. Не начнут, а будут продолжать уходить. Давно уже уходит из-за этого. Игнатий Ильич, говорите, пожалуйста. Я попрошу брата Андрея рассказать, куда вчера ездили. Давай. Пусть Володя расскажет. Нет, давай-ка ты, не перекидывай. Володя занят делом, он режиссер. Давай, давай поднимай тон. Рассказывай, где было, что было, потом я продолжу. Ну, вчера мы ездили к Василию Черепанову с Володей и сестрой Дарьей. Ну, дорога была нормально, доехали туда. Потом где-то на половину дороги мы доехали до дачи, там все перемело. Пошли мы пешком, где-то пешком шли минут 15. Дорога нормальная, прошли пешком. Давай дальше. Не, ну дорога. До дачи, мы уже сказали до дачи. Не переживай, пожалуйста. Без реплик. Дошли мы до его дачи, видим, дым идет, значит, кто-то есть. Живой. Да, собака у него там рыжая. Зашли к нему, постучались, он открыл дверь. Ну, там печку он топит, протопил он, так, тепло. Сказали, поедешь к Сергею Павловичу, по Сергею Павловичу позвонил, он сказал, что он сказал тебе? У меня картошка. А, картошка, мерзнет. Картошка, да. Ну, он брату говорит, да мы тебе дадим картошки, поехали, сколько надо, дадим тебе. Ну, не согласился он с нами ехать. Я думал, ну картошка раз дороже, ну, картошная душа такая. Не, подожди, ну картошка, а храм почему не приходит, он не говорит? Сейчас скажет уже. Ну, что-то он как-то так ответил, что он сказал? Что картошка у него, да? И... Да, все из-за картошки. Все из-за картошки. Я говорю, он сказал, что печку затопил, сейчас весь дым, ну, все тепло выйдет и все замерзнет. Да, он хранитель очага. Ну и так, нормально съездили. Жив. Дружно, короче. Благодарение Богу, чтобы разговоров не было. А то вот ушел человек, его нету. Картошка замерзнет, пока он ходит. Я говорю, картошка у нее что, под одеялом с ним лежит или нет? Нет. А как она замерзнет? Он смотрел картошку, что собаки вывалил там на снег. И она мороженую картошку ест. Даже удивительное дело. И собаку приучил по своему режиму жить. Но главное, что у него были, и не буду думать, что он там забыл. Нет его, неделя вторая. Вот мы сейчас о чем говорим. Что люди будут искать. Сегодня не ищут. Переполнено все. Вот я спрашиваю, тут пенсионеры, поднимите руку, пенсионеры, кто? Не опускайте, я пересчитаю вас. Пенсионер, поднимай руку. Два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну, девять, десять, понятно. Там еще ушло, может, столько же. Кто
исполняет подражание Давида. 118 псалом, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Поднимите руку. Ежедневно не менее 7 раз. Это три святое. Ну, с собой научитесь руководить. А брат Игорь сейчас и как говорил. Три святое и 100 поклонов. Не считая утренней вечерней молитвы. С ними 900, практически 1000 поклонов. Тебя, душа, это сползет. Тебе некогда будет говорить. Все по бумажке. Что это удивительно. Иоанн Златоуст, оказывается, пишет. Впервые первый стал говорить без бумажки. А как они говорили? А по написанному что-то там сказали, прочитал. Петр Первый запретил это делать. Впредь говорить без бумажек, дабы дурь каждого была видна. Очень просто. Что он там нагородит-то? О чем начал и чем кончил? И домой может не прийти. Господь нас призывает к тому, чтобы мы любили его и спасли души свои. Василий Николаевич Черепанов, его нету. Кто спрашивал о нем? Сами себя познайте. Кто о нем молился? Я побуждаю вас к тому, что представьте, вот видите, есть все-таки люди, слава Христу, что сейчас очень сильно нападают на патриарха и на президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. И что интересно, вопрос задают Смирнову, отцу Дмитрию, вот, по силовым структурам, по военным там. Я даже ролик не стал слушать, а отзывы все. Он сказал, согласно вопросу, у нас здесь ничего не сделаешь, главного церковить нету. 98% повесить надо жителей России там, а 2% останутся, они сами себя перегрызут. Вроде такой смысл. Вот и все. Ну, шутейно я ответил, а в этом что-то есть. Люди не ищут Бога. А ты постарайся, чтобы жажда была. Вот который в интернете, я советую вам, нынче приезжал, крещение принимал. Вячеслав Семенов. Отец у него, кажется, Виктор. Сергей, да, Вячеслав Сергеевич. Я считаю, что этот человек появился как результат молитвы. Если я умру, уйду, я как будто не умирал. Уже в нем отпечатлелся весь. Он задает вопросы, вот что-то говорит, я иду, думаю, а я тут же отвечаю ему, и у нас связь такая установилась, без разговора. И он говорит, я не пойму, как это может быть. И Бог это делает. И что бы я ни делал, задает такие вопросы, которые никто мне никогда не задавал. Видно, что он работает, и что-то не нашел, и дальше ко мне. А как на исповеди бываете, о чем говорите? Понимаете, он до самой глубины копает. Вот у него как раз из-за бороды был конфликт, а он работает в аэропорту. Там посадка какая-то, что там, что-то делает такое, с людьми общение. У него прицепили за бороду. Ну и начальник там один его, выгоняйте, пиши заявление и все. И мы ответили, не делай это. Нашлись юристы, стали помогать. Юристы нам нужны в этой обстановке везде. Потому что закон написан не для праведников, а для грешников. На законе, по закону, если бы все поступали, то можно было как-то шевелиться. Но закона-то нет. Это что называется? Беззаконие. И не дай Бог нам остаться без закона. Это банды сразу начнут гулять, как в смутное время. Нужно, чтобы они работали по закону. А если закон где-то противоречит Слову Божию, думали, как сделать, облегчить удар этот, когда могут что-то сделать. И вот сейчас очень тревожное время, люди даже не понимают, переделают Конституцию. И намерение в лучшую сторону. Вот совершенно новый человек сегодня, только по интернету зашел, первый вопрос, а какие ваши отношения с Путиным? У меня нет отношений. Я бы пошел, если бы меня в советники позвал. Я пошел. А вы знаете, у патриарха яхта своя. С Москвы, Санкт-Петербург, 3 миллиона потратил свой самолет. Что вы завидуете? У меня ржавый велосипед только один. Я не завидую. Почему? У меня две голуби от него, у него ни одной. И все, смирились. Вот патриарх, ну что смотреть? Не надо на это. А написано, молитесь о царях и начальствующих. Тут-то как? Слабо? Вот и думай.
Он распорядок спрашивает, Вячеслав, какое время, как это лучше, почему. И вот какие у меня вопросы идут, он прям сразу же немедленно вникает. Он на работе, и в это время мне пришлось с ним связаться. И он, все, можно сниматься. Завтра, если приду с женой, как пассажир, снимать можно все. Но я на работе, это нельзя. Вот я ему говорю, как в моей жизни было. Никогда, нигде не нарушай ни одного правила. Ни в тюрьме, нигде. Правила, условия. И посмотри. Не против Слова Божия. Нет, точно выполняй. На плацу бьют, насколько ногу поднимать и бить брусчатку. Я так и делаю, ко мне, чтобы ни одной претензии не было. Для Бога. А власть не нужна, она власть от Бога установлена. А какая самая первая? Мужа над женой. У зверей. Коров только выгоняют, они сразу бодаться начинают. И выявляют, которая главная, которая первая, подойдет к корыту или там, где дробленка лежит. И они это принимают все и дальше. А за ней следующая, она перед дом идет, за ней другая. Перед ее продали, это сразу занимает ее по ранжиру. У скотины, оказывается, Бог дал это руководство. И ничего нельзя сделать. Вот сами определяйте, о чем разговаривали здесь. Так это тревожно, да, тревожно. Говорю, на сегодняшний день молитва усилить о Государственной Думе. Я получил оттуда ответ. Получил ответ, вчера только принесли, с Генеральной прокуратуры, из Министерства юстиции. Из 4 писем 3 мне ответили. И 3 ответили, что передали отдел, который занимается религиозными делами. А так оно, может, не будет еще. Не знаешь. Говорит, вот канат висел, и там положили килограмм, оторвало. А почему не говорите, что там 5 тонн у него уже висело? А этот килограмм только надорвал. Сколько до нас было обращений? Относительно свидетелей Иеговы, я говорю. Президенту Путину уже подавали. И он сказал, разберемся. Я вчера об этом говорил. Какая-то израильтянка, но имеет там Исаха. Летела в Шереметьево пересадка. Как они могли в чемодане узнать? 9,5 грамм гашиша. 9,5 грамм, это порошок один. И далее суд прошел 7,5 лет. Даже сумасшествием нельзя назвать. Это почти за каждый грамм в год. Когда за убитого. За 120 миллионов абортов ни один не осужден. Я говорю о том, что есть. И как они любят свой народ. Владимир Владимирович Путин в Израиле. Там уже все сделали, пропустили, мать пришла с поклоном. Господин президент, дочка моя у вас сидит вот такое. Освободите ее, но она глупая, там сделала не так. 21 год, кажется, ей. Президент встречается. Президент! Владимир Владимирович, у вас там сидит это на имени Сахарова. Вы выпустите ее. Как президент, вы имеете власть. Он не сказал, я выпущу, говорит. Ну, подумаем. Премьер-министр встречается. То же самое об этой девчонке говорят. Это вообще. Ну за что-то. Думали обменять какого-то хакера, но Иван. В Америку сдали. Так. И ничего, я сейчас быстро отключу, не буду звонить. Говори. Наверное, героин, а не гашиш. 9 грамм героина. Спаси Христос. Его... У нас собрание идет. Богом. Фатеева. Я не очень силен, но... Елена Николаевна просила передать. Да поздравляю. Фатеева. Николаевна. Это самый легкий, наверное. И вот когда приехал сюда, а они хотели на что-то обменять. А теперь говорят, взамен какой-то монастырь не отдавали. Чем он занят? Монастырь какой-то отдают. За то, что девчонка выпускает. Я выпущу, но она, говорят, не писала заявление. Нужно соблюсти весь этикет. Она должна попросить прощения, пообещать никогда этого не делать. Ей запретят приезжать за 9,5 грамм. Героина, если наверное, бы мы о душе, а? Героина, наверное, не гашиша. Да я к примеру, его и сахар поминаю. Героин же колется, когда разводит с водой, ну, если порошок. Ну, а гашиш, он курица. Дело в том, что в духовном плане мы должны заботиться о каждой душе. Попало в какие-то сети. Да, ну, ходатайство, это у нас перед Богом, во Святой Троице. Читал, нету? Наверное. Его нету. А ты его включи в себя в молитву, такого нету. Вот его нету. Вот в моей молитве постоянно, ежедневно, я скажу, Герман Стерников, почему? Потому что большего обманщика трудно найти. Невзоров Александр Глебович, большего атеиста трудно найти. Против Чаплина, который воевал. И там посмотрел такое, один есть
в интернете, он там по горам ходит и поет. Симон звать его. Я посмотрел, сколько людей у него бывает. Знаете, кто это? Песни составляет. Да. Как фамилия его? Корольский. А? Корольский? Да. Я узнал, как он про меня не знает. Я один материал скинул, я включил сразу молитву. Важный человек. Вот он сообщил об этом. Вы наполните молитву свою живым. Ты их представляешь. Я посмотрел, Млещин говорит, Леонид, вот такие исторические моменты, хорошо выступает. Но отдельно, как там Соловьев другие, но этого более широкий. Леонид, я его сразу включил себе в молитву. Он знать не знает. Я его несу, как говорится, на руках молитвы. Мы должны это знать. Почему Аарон, у него два камня лежали на рамнике, тут пришитые как карманы, как говорят было, и там камни. На каждом камне шесть имен израилевых колен. И он все время входил с ними и перед Богом, и везде, и молился, нес на себе это иго. Оживотворите свою жизнь постоянной молитвой. Вот это, что не заходит другое, меня не надо убеждать, я знаю, молитвы нету этой. Молитва тебя будет побуждать братьям. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но впереди-то два слова. Ходить во свете, не в темноте. Имейте общение друг с другом. Общение, не просто постояли. Общаться, спрашиваем, что, как. И люди-то хорошие. Они были сегодня, здесь их нету. Я могу только молиться ежедневно молитве. Сестры, пенсионеры, я прошу вас, услышьте меня. Запишите, о ком я говорил. Кто изобрел интернет? Тим Бернес и Тимофей, запишите его. Кто поисковик сделал? Ха. Тимофей Ха, второй Тимофей. Кто мобильный телефон сделал? Мартин Купер. Вот три имя это запишите. Вот я все года открыты, и дети молимся. Мы их не знаем. Интернета не было, Apple не было. Не в прошлом году, которые были крещения, получили это все. Этот через интернет узнал Евгений. Они просто это дьявола. А дьявола и все, ничего. Нельзя по-старообрядчески мыслить. Надо кругозор свой расширять. То, что мы в Боге стоим и имеем такие сокровища, вот сколько раздаем Красное Евангелие, это не наш труд. Мы только раздаем. Кто-то заплатил. Да. Меня интересует, что? Вот лежат книги мои. Я уже не помню, когда в Россию посылал. Недавно было, только через Россию и Белоруссию. Два комплекта полных. Теперь один комплект, вот этот, 45 тысяч. Если за границу, 1250 долларов вместе с пересылкой стоит. Вчера только в Америку опять полный комплект отправили. До этого сколько было? 10 тысяч. Почему через из-за границы спрос, а здесь нету? Почему? Тем более, если они рядом здесь, за пересылку не надо. Пересылка дорого. Сколько ты заплатил за комплект? 10 тысяч за пересылку. 10 тысяч. Так не считаешь, что он сколько времени потратил? Да ладно, еще такой курьер-то. Рассчитаемся как-нибудь. И вы узнали, что это делает доброе? Да, тоже молитесь. Молитесь, чтобы Господь через наши ресурсы, а у нас сегодня день сайта, мы вышли туда. Надежда Васильевна уволокла девчонку. Иди, верни. Скажи, чтобы она больше так не делала. Дело в том, что я занимался версткой, в фотошопе работал, все делал. И однажды приходят ко мне двое и говорят, вы все взяли на себя, они будут, а мы ничего не умеем. Передайте нам. Я им передал. Я отошел, ничего не знаю. Но зато теперь я чаще обращаюсь к программистам. Сегодня день нашего выхода в эту мировую сеть. О нас известно очень далеко, притом о Боге, о вечности. Ссылки делают. Из наших слов там афоризмы берут. Прям афоризмы настоящие. Ну, надо работать. Вот. А во сколько начинаете? Вот сегодня 5 минут, кажется, или 7 минут второго. Все уже. Второй час начался. Уже я до 4, ну, в 3.40 должен затопить печь. 4.40 уже остальные встают, дальше 5 часов общая молитва по интернету. Это каждый день. Мне тоже нужна помощь, потому что я сильно насаждаюсь, а тут снег-то покидал, и у меня воспалилось, прямо гноя столько идет. Ну, сейчас вот за меня взялась сестра Елена, ну, вот и тоже помолитесь, чтобы нормально. Конечно, я представить не могу, что если я ослепну, как за руку будут водить. Но пока Бог милует.
Вот об этом я хотел сказать. Я вот присутствую здесь. Надежда, ты меня слышишь? Ты сейчас не уходи, я с тобой поговорю, ладно? Немножко. Галина подойдет, я выйду прям следом сейчас. У нас идут занятия, как я занятия вел много в университетах, в школах. Мне очень нравится, как вот Надежда Александровна Савинцева, Глуха, как она ведет занятия с детьми. И мы это все снимаем. Я их еще снимали. Нельзя так, это просто благопутство какое-то. Представьте, сколько людей слышат, которые видят, которые ждут, которые спрашивают. Теперь вопрос прошлое воскресенье задели Виктор Андреевич. Я на вас возлагаю большую надежду. Повторяю, мои завещания я даю. Первое, никогда ни под таким видом не входить совершенно в патриархию. То есть вот это отношение наше такое близкое, и мы остаемся, это только содержать это ни под каким видом, даже не будет священника, нет, все будет разрушено. Но установилось сейчас такое, и все-таки Господь нас хранит. Второе. На церковно-славянский язык не посягайте. Как есть? Мы нашли эту золотую середину. А давай вынесем, у нас был Желтухин. Давай вынесем, алтарь откроем, все по-русски. Где он? Нету. Никого. Идете там, все куда ушли. Я знаю результат. И прежде чем что-то сказать, я молюсь. Вот давайте сейчас будем онлайн, все. Сказали здесь не делать. Нет, значит, все. Для того, кто любит онлайн, для него есть возможность. То есть напрямую мы говорим, и сразу в эфир идет. Где? Среда, пятница, воскресенье. Три, которые там ведут. Ты можешь прямой передачи делать. Дальше. Одно здесь. Четыре. Уже четыре. Четыре выхода в неделю. И плюс каждый день у нас идут молитвы. Ну, своим называют, содружество, чат. Это сколько раз? Шесть раз. Четыре до шесть сколько? Десять. Онлайн делайте. Это все можно. Здесь нельзя. Мы не знаем, чем закончится, как будет. Но это закрыто. От улицы сейчас открыл. Заходите сюда. Мы тут частное. Мы разбираем очень частное. Этого не будет. И не делать, и не допускать. А давайте проголосуем. Не надо. Это не голосуется. А что вы хозяин? Я хозяин. Самый полноправный, избранный это. Следить за порядком. Староста. Обеспечить помещение. Чтобы они были готовы. Это на мне. Но я себя хозяином не считаю. Хотя на мне все, я могу продать хоть завтра территорию, все. Никогда не идите на это. Я говорю о собраниях, только о собраниях. И там батюшка хозяин, тоже нет. Вот когда батюшки нет, а я говорю проповедь, это я разрешаю, но сделать так, чтобы тебя не видно было. Батюшка сказал слово, и это закон. Авторитет батюшки должен быть непререкаем. Даже он где-то сказал что-то, мы начинаем молиться, и все. Станет как надо. А представьте, что у нас были бы разногласия с ним. Даже вообразить это страшно. Еще бы. Ну никак. Мы два вала в одной упряжке. И Господь нас так провел. Я о чем говорю? По-церковно-славянски служба, а библейская, если не поется, по-русски. И что восприняла местная патриархия? И нам это дорого. Представьте, они пришли служить у нас. Да, говорить-то богохульно как-то. Как, когда Бог нам дал такого архиерея, и они принимают, и диакон спотыкается, но считает по-русски. Вот это золотая середина. А то, что поют по-славянски, оставить по-русски не надо. И так понятно. Вам понятно это? Я прошу, как бы прощаясь с вами. И так понятно. У меня задача, чтобы было образовано несколько фондов для тех, которые будут нуждаться. Я ревную об этом, и Господь помогает. Вот у меня телефон. Ну какой телефон? Ну он может быть стоит больше, чем все эти вместе. Никому не звоню, ежедневно проверяю. Сестра Галина возила, они какую-то копейку там сделали на меня, она высчитывает. За что неизвестно. Погоду ли сообщают. И сейчас вот только вернулись отсюда, и как скажи ты, что-то где-то прорвало этим. Было 9500. Все сидят, смотрю, 10500. Проходит неделя, открываем, 16500. Сегодня утром встал, вчера смотрю, сегодня встаю, вчера 16 было, сегодня 19500.
И никто не говорит, кто это делал. Может, он надо мной Билайн смеялся? Ну, вряд ли. Люди говорят, вы любимый клиент. Да я прошу, никогда не посылайте. Снять очень трудно, они много за это берут. Вот в чем дело-то. А что случится где-то, и потеряется все это. Это много для вас, а для тех, кто посылает, это нормально. Ну, в общем так, сегодня стал, дай проверю. За ночь еще 3000 кто-то нахлобучил. Мне там руки не попадают, я не прикасаюсь даже к ним. Вот присылают сейчас деньги эти, я даже отпечатку стараюсь на них не делать, на деньгах. Они сразу уходят куда надо. Вы молитесь, чтобы Бог меня сохранил в этом расположении. У меня ничего нету. Вот мой отец умер, у него остался старый кетель, как у Сталина, и 3 рубля на 10 детей. Делите. Ничего нету. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Можно дополнить? Коротко. Значит, молитвы достигают уже этого Германова. На его ресурсах уже выставляются некоторые ролики нашей общины, как пример, как должны выглядеть православные верующие люди. Да, и какие-то некоторые, я так понимаю, из темы из к истинному православию он тоже выставлен. У него там свое сообщество есть, и вот на их ресурсах именно Германа Стерлиева. Это передал вот это. Беседовали последний раз телефоны с Кургана, брат Иоанна. Я разрушаю, великий разрушитель. Вот все священники, все еретики, все православные. Автокефальные все еретики, один епископ есть, у которого он вроде бы причащается, а он не причащается, но его никому он не покажет, не скажет. Чтобы хлеб хороший печь, он прямо говорит, вот нужно то-то, люди учатся у него там, а он не пойдет, надо на своем поле, без пестицидов. Он говорит, мы так и сделали. Тогда что же, тогда соль надо особую, так мы покупаем. Не то. Это есть одна шахта, где покупают соль, которая света не видела. Так и мы купим. Я не могу сказать, где она. То есть все время, вот как эта сказка, мужик золото выпарил из собственных отходов. Но только не думать о шкуре убитого белого медведя. Зараза, сказал теперь каждый раз, и пахнет нехорошо, и терплю. Ну золото, полный кувшин было бы, ничего нет, кроме вони. Почему думал о шкуре убитого медведя? Что? Книги. Написано, как да открытым я откуда он читал оттуда? Открытым оком. Чего спрашиваешь? А ты их завешиваешь очи свои. Надо говорить, читай. Напомни, батюшка предлагает, вот еще осталось 2 экземпляра православного календаря 2020 года. 200 рублей. Один экземпляр. Еще у кого есть слово? Я хотела сказать. Подождите, брат. Ну, сестра говорит, я хорошо. Хорошо, он дает слово. Нина Свечникова звонила и просила всем ему передать привет. Она о всех знает, она всех любит и расспрашивала меня, кто как в общине, что делается. В общем, большой-большой привет вам. Она знает, она молится о нашей общине. Ролики смотрит? Ролики смотрит, но только иногда интернета у нее нет, когда она ходит к сыну в гости, там они вместе смотрят. Поклон ей тоже от нас передавайте. Да. День сайта сегодня. Вот. И мы сейчас этот сайт, ну, его можно сравнить как бы вот с духовной пищей, вот с рестораном. И чтобы эта пища дошла до людей, нужны официанты. Вот мы сейчас занимаемся вот этой работой официантов, мы доносим до людей эту духовную пищу. Когда-то у нас был сайт, это давно, помнишь, брат Игорь? И этот сайт, он не работал, то есть продукты приготовленные, то есть в ресторане, в этом они просто вот приготовили их, и они там заморозили, и никто ими не пользуется. И сейчас мы этот сайт 55 папок уже, наверное, процентов 70, да, Лен? Да. Наверное, уже больше, процентов 80 уже. Мы это начитали вживую. Можно видеть на экране текст
И вопросы и ответы и слышать. Вопросы и ответы. Там 55 папок, значит, там Библия, Христос, мусульманство, Русская православная церковь, монашество. Ну, весь спектр, значит. 4624 вопроса. Весь спектр. А теперь по отдельности идут весь роликами. Спектр тем. Вот эта работа занимается оживлением этого сайта. 4 человек. 14 человек. С разных сторон. Причем, помогают. Да, причем люди, которые не из нашей общины, которые пришли в общину и благодаря этому сайту, в частности. Сайту, и кроме, и на этом сайте есть ссылка на YouTube-канал. Вот, то есть, это YouTube-канал, где люди могут видеть нашу жизнь и, подражая, может быть, и возревновав, как мы живем, тоже потянуться к такой же христианской жизни. Вот. И благодарение Богу, что мы избраны им для того, чтобы светить миру. Вы, говорит, свет миру. Ну, Бог нас избрал, он мог бы кого-то другого бы на это дело поставить, понимаете? И в Слове Божьем сказано, кто не собирает, тот расточает. Кто не светит, тот глушит. А я просто не свечу, я просто не снимаю, я просто не даю снимать. Ты уже расточаешь, то есть люди не видят, понимаете? И вот эта борьба со съемкой, я это не для себя делаю. У меня корысти никакой нету вообще, абсолютно. Я это делаю совершенно бесплатно. Я это делаю для Христа, для моего любимого. Я его полюбил, я хочу, чтобы люди его так же полюбили, как я. И вот эта прямая трансляция онлайн, ну, мне от Бога эта мысль пришла, я не могу это, от нее отказаться, это истина так. Когда люди смотрят онлайн, сейчас вот я снимаю, говорят, вживую видеть Игнатия Тихоновича, это для меня такое счастье, это как будто вот я сейчас рядом с ним. Он где-то там в Америке, в Канаде, и он рядом, это Бог так делает. Вы поймите это такое благословение от Бога, что у нас есть такой сайт и такая возможность светить. Так светите, хотя бы просто репост сделайте своим друзьям. Не стыдитесь, кто постыдится меня и слов моих, того и я постыжусь. Исповедать пред ангелами и небесными. Раскручивайте этот сайт. У каждого есть WhatsApp. Ну, перекиньте ссылку эту, ну, и все равно кто-то, если не сеет, ничего и не будет. А если сеять, есть какая-то вероятность, что душа обратится. И если ты благодаря вот этому репосту кого-то обратишь, то все твои грехи уже, может быть, простит Господь за это. А все, ничего, пальцем шевельнуть, кнопку включить. Так, я еще раз скажу, что сказал, через это не перелазить. Здесь прямую только снимаем, а в остальном ролике. А напрямую здесь категорически запрещено. И не надо спрашивать, не голосовать, ничего. Никогда, меня не будет, никогда не переходить. Потому что это нельзя делать. И там батюшка сказал здесь. А остальное 10 раз я перечислил. 6 молитв утренних. Вот приходи на молитву, не спи. В Барнауле некоторые живут и не идут. Так у нас на молитве это псалтырь считается. А вопросы-ответы, это Сергей Павлович ведет. Я сказал, где 10 в твоем распоряжении, 10 моментов, где ты можешь делать онлайн. Плюс 11 на костре. Плюс там, когда обедаем, 12-е. Даже вот тебе полнота, 12. Здесь вот два места. Абсолютно даже попытки не надо делать. Ни голосование, ничего. Запрещается. Стоит знак восклицательный. Запрет. И все. Да больше не надо говорить. Не надо ни доказывать, ничего. Надо, кроме желания, иметь еще и послушание. Притом это принять с радостью. Потом поймете. Мы молились, мы молимся не одни и знаем, какие последствия. Нам тоже. Добавьте на русском языке. Где люди? Ни одного нету. А мы сказали, у нас на церковно-славянском. И поэтому у нас архиерей служит, и претензий никаких нету. Хотя сейчас патриарх выступает, чтобы по-русски было. Патриарх, наконец-то, заговорил. Ну, надо поддерживать молитвой. А не так, у него дыхта. Что за зависть такая? Вот президента, как будто вся страна озлобила, чтобы сгрызть президента. Вот такое впечатление складывается. Ну, свобода тебе дана молиться в храм, тебе мало. Слово Божие распространяется. Прям на виселицу тянут. Вы не знаете, что в интернете делается-то. Это враги. Революция. Им платят за это. Ты воспользуйся той свободой, которую Бог дал тебе. И на этом тебе для достаточно. Вот и весь ответ мой.
утишь эту злобу. То сказали нельзя, значит, все на этом. А вот Игорь Владимирович сказал о том, что вот люди стараются там то другое. Вы не думайте, люди, которые отбирают, то другое. То есть у них очень много злых поступков. И они хотят показать, нет, я не ведьма подколодная астраханская, я крылышками голубка, и поэтому хоть маленько где-то показать. То есть то погасить, а это вспомнить. Вот и все. А если ты добрый, тебе это не надо, эту доброту-то цепляться, облизывать его. Он и так устоит, не упадет. Вот он заметил, сказал, он смотритель, по штату ему это положено. К этому не возвращайтесь. Зашел, руки сложи, сядь, глаза опусти вниз. Не трожьте никого, не хватайте за руку. Приветствуйся здесь, обнимайся, мы не против, да хоть тут перещеголяй поцелуй к Брежневу, нам все равно. Даже упасть можно прям вдвоем, прям обнимитесь и упадите. Да побольнее. Так, завершаем, да? Ну и в завершение, сегодня полнота лет исполнилась у нашей сестры Маргариты. Многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое. Дальше у нас что будет, как всегда, песнопение, трапеза и занятия. Достойно есть около истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы. И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Иегова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Алла, Отче! Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи Боже наш, прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечерней, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи Боже наш, Всевышний, Создатель наш, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий, ради пролитой крови Сына Твоего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа, прими нашу молитву. И исполни о всех, заповедавших нам, молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой.
Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Будьте вечные. Thank you.